Hello, guys. С вами, как всегда, Артурчик, Black Magic Design, Computer, Motherfucker, Bitch. Yo, guys, у меня все найс, nice, надеюсь, у вас тоже, потому что это видео не просто о себе, это видео о том, как я делаю видео for you. О, блять, ебаный хуй, какое говно. Но главное, тёлки ведутся. Где мой смузи? Вода из-под крана. Единственное, что можно себе позволить. Блять, о чем я? Ах, да. So, нам для этого понадобится всем известная программа After Effects. Открываем наш софт. Вы должны знать, как я люблю для вас делать видео. Просто обожаю, нахуй. То есть, well, this is After Effects. Делаем right-click по этой панели и выбираем New Composition. Кстати, насчет кликов. Я не рекомендую вам использовать мышь, потому что вы дизайнер. Хватит. Начните себя уважать. Купите планшет. Бюджетный вариант. 8000. Есть 4 кнопочки. Не знаю зачем. Пятая здесь. Ух, на тыльной стороне. Да, можно вот так делать. И включается функция сенсорный палец. Ништяк. На задней панели у нас есть крышечка, которая снимается, и там будут дополнительные стержни для нашего стилуса, который также идет в комплекте Wacom. Охуенно. Блять, сейчас побегу покупать еще один. So, выбираем New Composition. И здесь делаем 1900. Любое качество делайте, я делаю только в 4К. Потому что я могу себе это позволить, а вы нет. Я делаю только 4К, чтобы передать максимальный сок своей картинке. Плевать, что, блядь, мониторы не тянут, никакие, все в основном смартфонов смотрят. Ну, похеру, я все равно делаю 4К. Well, идем дальше. Выбираем наше видео. Композицию забыли назвать кое-как. Выбираем название «Пушка 1». Зачастую я называю только «Пушечные бомбические». Почему «Пушка»? Да потому что это просто бомба. Просто перетаскиваем наше видео в композицию. Ждем импорт данных. Быстрее, блять. А чё, все? Где оно? А, перетаскиваем наше видео на таймлайн. Alright. Здесь, гад, я уже тут спалился. В эффектах, если у вас нет этого эффекта, нажимаем окно, и здесь должно быть эффекты. Вот, эффекты и шаблоны, Control 5. В поиске набираем color. И ищем здесь hue saturation. Насыщенность. Наше видео будет очень насыщенное. Теперь смотрите внимательно. Сдвигаем ползунок на тон вправо. Бум. Щит. Я вижу, как этот мир стал лучше. Здесь выбираем основная насыщенность. Это главная ошибка всех пользователей After Effects. Если у вас есть годный оператор, который снимает для вас годные видосы, годный видеоконтент, то насыщенность может либо все испортить, либо подчеркнуть талант вашего оператора, а также ваших гаджетов. То, на что вы снимаете. Здесь надо осторожно. Yes, да. Мы видим, как картинка сразу преобразилась и подчеркивает что-то там. Основная яркость. С яркостью всех бывают проблемы. Но только не у меня. Итак, делаем яркость очень осторожно. Не превышаем лимита. Oh my godable. Я прям чувствую, как ваше видео начинает набирать популярность. Не за что, просто, ребят, не за что за этот туториал. Я хочу сразу сказать, если вы уважающий себя дизайнер, то вы не должны пользоваться, качать пиратский софт, покупайте только лицензию, это надежность, это практичность и прочие одни плюсы, короче говоря. Единственное минус — это цена. Это даже не минус, это мотивация, потому что вы инвестируете свои будущие, своими видео в будущее. У вас пойдет прибыль, и все окей. То же самое с планшетом. 8000 это не деньги для инвестиций. Следующий шаг — это вывести наш проект, наш контент в сеть, чтобы сабы оценили. Все будет зависеть от вас. Хейт, рофл, кринж, неважно что. Главное, вы должны стараться. Вы должны делать то, что вам нужно. Их оценка будет зависеть только от вас. Итак, погнали. Мы заходим в Composition. Блять, куда там? А, рендеринг. Погнали. Отлично, не теряем качество ни в коем случае. Далее нажимаем вывод. Пушка, бомбическое название. Нажимаем, кликаем сюда, делаем left click. И выбираем место сейва, блять. Так вот, да. Но я не буду делать, у меня там home видео. Далее нажимаем рендеринг. Идет визуализация, и ваш контент готов. Я знаю, что это не просто видео, не просто туториал. Это шаг. Один шаг к мечте.
еще на один шаг к мечте ближе. Благодарю вас, вы благодарите меня, я это знаю. Пожалуйста, мне не жалко. А с вами был Артурчик Create, Black Magic Design и еще что-то там. До скорых встреч. Сейчас радугой блевану.